Друзья, всем огромный привет, с вами снова я, Евгений Шевченко, город Сиэтл. Сегодня у нас небольшой анбоксинг по тематике рыбалки. Давно вообще не было на канале никаких распаковок, хотя посылки мне приходят, но я просто не записываю. То есть было два видео, где я вам показывал уже в каждом видео по целой куче посылок одновременно. Вот, то есть если видео анбоксингов интересует, пишите в комментах, буду тогда больше записывать. Вот, если не интересует, то пишите, тогда не буду. Этот, в общем-то, я распаковку решил записать, потому что мне самому очень интересно. За 1000 лет, в общем-то, я наконец решился на покупку первого мультипликаторного набора. Я заказал с разных интернет-магазинов и спиннинг, и катушку. В общем, катушка пока пришла. И пришел шнур, и пришли приманки. Спиннинг пока еще в пути, только через 3 дня. Вот, поэтому сегодня посмотрим катушку. Значит, парни, смотрите, катушка, можно сказать, практически случайно я купил именно эту, потому что я не хотел именно такую модель покупать, не планировал. То есть у меня просто была определенная сумма, на которую я рассчитывал, и... Все, что было на данный момент в продаже, я пересмотрел в этой ценовой категории. И это мне показался самый оптимальный вариант, как по отзывам, так и по функциональности. В общем, давайте, значит, посмотрим, что у нас здесь есть. Значит, смотрите, заказывал я с eBay, но это на самом деле... рыболовный магазин, то есть у них есть свой интернет-сайт. То есть, как вы знаете, сейчас практически на eBay уже все крупные торговые площадки, и у них есть свои аккаунты, то есть там есть, ну, все практически, все, кто сейчас что-то продает, все уже давно открыли свои магазины на eBay, вот, и я в основном заказываю по возможности все оттуда, и там получается дешевле, там нету налогов, и кроме этого там, я вам уже рассказывал, накапливаются eBay Bucks. Значит, смотрим. Вот здесь все видно. И название магазина. Вот Big Fish Sport. Здесь их не адрес. Это мой адрес. Значит, катушка Abu Garcia Black Max 3 L. То есть L это обозначает леворучная под левую руку. Ну и ТД и ТП. Это просто вот... как эта модель выглядит, вот сокращенно B-MAX-3-L. Цена, значит, смотрите, 42-49, то есть это полностью доставка бесплатная. Здесь всякая информация, и вот здесь еще, смотрите, какая-то прикреплена визиточка. А, ну вот написано, что если вы закажете с ихнего сайта, вот этого bigfishsports.com, и введете вот этот вот код купона 5 баксов, то вам будет скидка. То есть вот, я ничего не скрываю, это никакая не реклама, то есть мне они ничего не платили. У них была самая хорошая цена на эту катушку, потому что даже на Амазоне она стоит $48 плюс налог. Вот, то есть здесь на $5 дешевле. Значит, упаковано все хорошо. Вот такая, парни, красивая, офигенная коробочка Abu Garcia for Life. Никогда у меня не было ничего от этой фирмы. То есть это первая вообще моя мультипликаторная катушка и первая катушка от фирмы Abu Garcia. Значит, модель Black Max как бы считается такая бюджетная. И она уже потерпела за годы, сколько она существует, как видите, несколько... модификации, то есть как усовершенствование. Вот это уже получается третья версия этой катушки. Называется она Black Max 3. Вот. И выпускается она только в одном размере, то есть она бывает только такого размера, не бывает больше, меньше. Вот. И всего их бывает два вида, то есть под правую руку, под левую руку. Есть Black Max 1, я уже не видел их в продаже. Вот, Black Max 2 я тоже не видел. Вот сейчас везде продается Black Max 3. Я так понял, что предыдущие катушки сняты с производства. Значит, вот здесь вот мы видим просто на разных языках. Вот. Ну, давайте почитаем вкратце, что здесь нам пишут. Значит,
Подшипники из нержавеющей стали, 4 подшипника в катушке, плюс один непонятно где. Значит, цельный корпус из графита, графитовые эти боковые накладки, значит, точеная алюминиевая шпуля, повер-диск, это какая-то ихняя система для плавного драг, плавного вытягивания, вываживания. Drager, бронзовые передачи, то есть передачи бронзовые в катушке. Это хорошо, потому что бывают передачи пластиковые или алюминиевые. Естественно, бронзовые это лучше всего. MacTrax Brake System. То есть какая-то ихняя фирменная система тормозов. Специальная компактная изогнутая рукоятка со звездочкой предоставляет более эргономический дизайн. Ну и это крепление тоже, как бы удобное крепление. Значит, передаточная 664 к 1 под левую руку. Это их адрес в интернете. И здесь, значит, краткие спецификации. Значит, 5 подшипников, 6,4 к 1 передаточное число. То есть за один оборот рукоятки шпуля прокручивается 6,4 раза. Значит, выбор лески, сколько она вытягивает за один оборот. 26 дюймов, 66 сантиметров. Максимальная тяга получается 18 паундов, это 8 килограмм ее тяга, вес 202 грамма, это вместимость шпули для монолески, то есть для 12-паундной 145 метров, ну грубо говоря, если диаметр лески 0,32 миллиметра, то 135 метров, и для шнура для 30-паундного 140 ярдов. То есть, если диаметр шнура 0,36, то 130 метров лазит. Это с головой, в общем-то. Ну, как для моих задач, я рассчитываю шнур наматывать 15-паундовый. То есть, это получится, я смогу сюда 260 метров намотать. Но у меня шпуля там всего 150, то есть, его когда покупаешь. Вот, давайте, собственно, смотреть самую катушку. Вот такая тут красивая поролоночка. А чё она такая маленькая? Вот это кино, парни. Я думал, она больше. Что, реально, вот это и всё, что ли? Так, давайте глянем, что тут с ней еще есть. Короче, это гарантия какая-то в разных языках. Неинтересно. Кинематическая схема. То есть это линейка, видите, Ambassador. Вот, Ambassador Black Max 3. Схема. Ну и здесь тоже самая схема. То есть это все, из чего она состоит. Здесь целый миллион деталей. Инструкции, я так понял, никакой нету. И все. Парни. То есть как ей пользоваться, придется разбираться самому. Ну, 200 грамм, то есть катушечка практически невесомая. Значит, что мы видим? Полностью вот такой черный дизайн. Ну, легкая за счет того, вот это вот все графит. Значит, почему вот я ее и выбрал, что я планирую для моря использовать. Здесь нигде не написано, что она специально морская, но я читал по отзывам, что люди ее используют в море, в океане, говорят, нету вообще никаких проблем. Просто за счет того, что здесь абсолютно нечему ржаветь.
Здесь все материалы, получается, или алюминий, вот это все алюминий, или графит, и передачи, получаются бронза, и все подшипники нержавейка. Вот, то есть здесь абсолютно нет ржавеющих деталей. Здесь что-то вот типа, я не знаю, это серийный номер или нет. Вот здесь вот наклейка сделана в Китае. Значит, вот это вот, я так понял, регулировка тормоза. То есть больше-меньше. Ага. Ну, я никогда такой катушкой не пользовался, поэтому я вам точно все не скажу, что здесь к чему. То есть, ручки удобные, то есть это не пластмасса, такая вот жесткая резина, очень твердая. Вот это вот, я так понял, основной тормоз, грубая настройка. Вот. Шпуля, то есть видим просверленное отверстие, это для того, чтобы удобнее было привязать сюда шнур перед намоткой или леску, и также для того, чтобы уменьшить ее вес, то есть чем меньше вес шпули, тем меньше у нее инерция и меньше шансов получить борды. Но как я читал по отзывам, что с этими катушками уже бород практически как бы не бывает. То есть здесь с помощью вот этой тонкой настройки вы можете выставить себе подвес приманки, тормоз конкретно. Вот. Ну, парни, первые впечатления абсолютно положительные. То есть все мне нравится, сделано абсолютно все качественно, нигде никаких абсолютно проблем не вижу. Все как бы удобно. Вот. Вот здесь вот видим червячная передача и направляющая, которая укладывает леску. Вот. Все работает четко. Вот такого вот типа здесь, значит, крепление. Такая вот. Ну, единственное, что, как по мне, цвет не очень, но они в других как бы цветах не выпускаются. То есть вот это у них единственная расцветка. Вот. Ну, такая вот черненькая. Ну, в общем, парни, жду удочку и буду, в общем, ловить уже, если все получится, с ней. Буду, значит, видео испытаний тогда уже с рыбалки конкретно. Значит, по шнуру я планирую наматывать. Вот этот первый раз такой взял. Был он на распродаже по цене такой же, как обычный. То есть это Power Pro, но более дорогой. Он уже супер 8, то есть здесь как бы больше волокон, и он слик, то есть он более скользкий. Но он действительно на ощупь он более гладкий, чем обычный Power Pro. Цвет, то есть это получается не кислотный, но и не вот такой вот маскировочный. То есть вот самый распространенный темно-зеленый, такой мосгрин, то есть типа маскировочный, а этот есть еще, ну, такой кислотный, специально, чтобы было видно. А это вот что-то среднее между ними, аквагрин называется, я такой никогда не видел. То есть здесь видите 135 метров, 0,19 миллиметров диаметр, и тест получается 7 килограмм, это 15 паундов. То есть вот этот вот шнур я купил, планирую сюда наматывать. И вообще, то есть этот кастинговый комплект я собираю под, ну, я планировал под приманки, парни, Shimano Butterfly. Вот у меня уже они есть, я купил. Я, честно говоря, не знаю, получится ли у меня или нет с такой катушкой ловить вот этими приманками, потому что сами видите, вес 80 грамм,
Вот, то есть, если кому интересно, говорите, я вам отдельно расскажу про эти приманки, что они, зачем. То есть, они очень классные, очень дорогие, чисто шимановские, то есть, полностью все японская разработка. Видите, как здесь все сделано. Я их уже взял, вот несколько штук купил. То есть, вот точно такая же, только другого цвета. Вот, и вот чуть-чуть другая. Но это обычная с тройником. Тоже Шимана, но есть у меня еще такого же плана, то есть похожие вот на эти, но вот с такими же вот системами крючков. Вот, то есть думаю, сделаю по ним отдельное видео. То есть я хочу, ну как я хотел эту катушечку под них, ну я, честно говоря, не думал, что она такая маленькая. Вот, надо, в общем-то, пробовать. Я надеюсь, что она как бы потянет, потому что, ну, другую катушку, что ли, покупать, а куда я эту дену, у меня больше нету таких удилищ специальных под нее, то есть она ж на обычную спиннинговую не встанет. В общем, парни, это, наверное, все, что я вам хотел показать. Задавайте вопросы в комментах, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока и удачи!